Начну с темы происшествий. Сегодня около 2 часов дня в районе делового центра «Имал» произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал несовершеннолетний. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Репортаж Натальи Худяевой. Когда происходят аварии, это страшно, а когда их участниками становятся дети, страшнее вдвойне. Избежать несчастного случая не удалось и сегодня. Перебегая дорогу в неположенном месте, первоклассник попал под колеса иномарки. Все произошло настолько быстро, что даже очевидцы с трудом восстанавливают цепь событий. Был мой удар, я его увидела уже, вот он, когда сбоку у меня был. Он не повернулся вообще абсолютно. То есть он, получается, перед вами пробежал, правильно? И сзади вас. Получается, вы здесь. Вот удар здесь. На место аварии прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. С множественными ушибами и травмами различной степени тяжести ребенка госпитализировали в центральную городскую больницу. О его самочувствии пока ничего не известно. В последнее время количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей увеличилось. Госавтоинспекторы незамедлительно приняли меры по предупреждению подобных случаев. С сегодняшнего дня по 10 июня на территории нашего города проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети», которое, в свою очередь, направлено на безопасное нахождение детей на улице, как правило, как на дорогах города, так же и в дворовых проездах. Хотелось бы в очередной раз напомнить взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения, потому как дети хотят быть похожими на своих родителей, глядя, как нарушают мама и папа, соответственно, поступают точно так же. Чтобы сократить путь, взрослые и дети зачастую переходят дорогу в неположенном месте, при этом забывая, что сэкономленная минута может стать последней в их жизни. Наталья Худяева, Роман Чернов, служба новостей «Импульс».